красоты хвостик красит. Это скорее губы, а не помада. Нет, это помада. Дело в том, что она очень естественная, с мега увлажняющим эффектом. Очень крутая. Что за пятно возле ручки? Какое пятно? Возле какой ручки? Привет, привет, фу, какая прекрасная женщина. Что по деньгам? Это ты про чё? Не, я этого не сказала, что на теле куда сами всегда люди говорят говно, потому что зависть. Настя, скажи, пожалуйста, какое опыт вождения? Опыт? Опыт потрясающий. Может, ты имела в виду стаж? Стаж где-то 5 лет. В Моне Москву летом заберу. Вот, но я почему-то сейчас боюсь, вот у меня завтра вылет, послезавтра. А так как в Москве развели такую панику, что там с каждым днем заболевает все больше и больше людей, мне, честно говоря, уже неохота туда ехать. Мне просто, ну, типа, вот, в Новосибирске замечательно, никто не болеет, все хорошо. Ну, и поэтому я Соне звоню, говорю, может, останемся? Она говорит, ну, Настя, ты что, угораешь? Нет, конечно, полетим. Я такая, да ёб твою мать. Так, значит, фигня. Не фигня, а фигня. Сокрушительная девчонка, кто-то написал. Я люблю тебя, Настенька. Спасибо большое, я вас тоже люблю. А Соня только и рада, что ее нет в Моне. Ну, где вы проведете свой летний отпуск? Я не знаю, мы хотим в апреле с Соней полететь в Турцию. Там, по-моему, сезон открывается. Ты где? Я сейчас на левом берегу, на Горском микрорайоне 60. Скорее просто не афишируют про заболевание. Ой, я тоже из Новосибирска. Ну, видишь, как здорово. Ты секси. Что есть, того не отнять. Спасибо большое. Я тоже из Новосибирска. Я люблю тебя, Настя. Глазки, как у Клеопатры. Вы хотя бы заметили, что я ресницы сняла? Но это ненадолго. Завтра в 12:30 я иду их наращивать. Только буду делать максимально маленькие реснички. Я сегодня пока стрелочки рисовала. Я это самое, полдня потратила, короче. С серьгами очень красиво смотрится, это офигенное. Спасибо. С ресничками тебе было лучше. Я знаю, поэтому я завтра иду их делать. Почему решила делать более натуральные ресницы? Не знаю, я посмотрела так на себя, и я поняла, что я... Сори! Я поняла, что я очень красивая. Ну, про губы мне все говорят. Вот я вот представила губы поменьше. Вот смотрите сейчас. Брови сексуальные. Я не думала, что брови могут быть сексуальными. Блядь, что она и так красивая, без ресницы, с ресницами. Спасибо. Что-то мне не на шутку колдоебит вообще. Ну и в плане усталости. Мне еще собаку ждать целый час. Девушки, девушки, ах, какие девушки. Хочешь секс? Ты знаешь, я как-то вот не нахожусь сейчас в отсутствии его и в нехватке. Ну, то есть... То есть нету такого, что я его прямо сейчас захотела и от безысходности вот к тебе сейчас обращусь за помощью. Да, это платье королевское на мне. Красивое девчачье, я люблю девчачье платье. Без нарощенных ресниц тоже красивое, естественно, если наращивать, то они такие большие. Ага. Херсон. Fuck you, нет, это fuck you, понятно? Чай, это сегодня без музыки. Она всегда со мной. Чем ты любишь заниматься, когда тебе грустно? Я люблю смотреть сериалы. Девочки и мальчики, также их родители. У меня патовая ситуация. Во-первых, я на пальто пролила кофе. Но это не самое страшное. Самое страшное, что у меня остался
Осталась одна серия секса большого секс в большом городе. Одна серия осталась. Я не знаю, как я буду без этого сериала дальше жить. Я настолько привыкла к этим героиням, настолько прониклась в сериал, что мне кажется, что я пятая их подружка. Вот, поэтому я не знаю, как сейчас без этого. Марка машины Infiniti. QX70. Арарату всего 2.5 года. Сосулька, привет. Привет. Я смотрю «Говорящая с призраками». О, нет, о, нет, не напоминай мне про этот сериал. Именно после этого сериала я начала видеть привидений. Привет. Как машина называется? Infiniti. Кстати, Ника. Смотри, на что она сосала. Как тебе, Ника? А ты говорила, я плохо это делаю. Так, как тебе часто приходят на улице и просят сфотографироваться? В Новосибирске это происходит каждый день по очень много раз. А в Москве совсем все не так. В Москве другие люди совершенно. Как тебе новая девушка Саймона? Ты ее знаешь? Не, я не знаю. Красивая. Фу, ты просто топ. Ты очень красивая, сексуальная. Спасибо большое. Да, я сегодня реснички сняла, но я их завтра опять утром пойду делать. Красавица, кого ждешь? Я жду собаку с парикмахерской. Восьмое чувство. Стоимость и название помады. Помада стоит 2 с чем-то тысячи. 2 800, по-моему. Дольче Габбана. Номер А3. Хони 130. Хони 130. 8. А, еще есть такая цифра. Так, блин, мне делай реснички так лучше. Угу. Где покупаешь устрицы в Новосибирске? В Новосибирске я нигде устрицы не ем вообще. И вот всякие продукты море есть сейчас. Вот, поэтому я их ем только в Москве и только в Meat and Fish. Ну, типа, проверенные. Дневники вампира я смотрела, я тебя люблю очень, спасибо большое. Не пойму, что ты показала. Я хуй свой показала тебе, Ника. Которым по балде тебе надаю, если ты не исчезнешь из моей жизни. Почему не хочешь себе длинные волосы? Слушай, ну у меня достаточно и так длинные волосы, если честно. Ну прям, не очень, прям такие. Они мне как-то очень быстро отросли. Когда свадьба, очень мне нравится свадьба, когда жениха себе найду. Полюблю его, и он меня. Я взяла в прикол не выравнивать больше волосы. Вот, видишь, так что они свои, длинные, красивые, объемные. О, какая песенка старая. Отчаянно до хозяйки смотрела. Боишься коронавируса? Да, ничего не боюсь. Просто переживаю. Господи, Ника, выйди нахер с прямого эфира, ну. О, приветик, как дела? Привет, привет, у меня все отлично, ты как? Приветик, приветик.